красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Вот. Я сейчас повторю вам еще раз. Well, Mr. President, значит, мы... European benchmark, though, is up nearly 600% for the year. It's taken several months to get to this point, several weeks of a price surge globally. I mean, at the end of the day, I guess the question is, how can you expect Europe to believe you're a reliable energy partner when you're not supplying that energy via the pipeline? Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам еще раз. Мы я вас услышала. Вы сейчас сказали, послушайте, вы сейчас сказали, вы не поставляете газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемые коллеги, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. «Газпром» на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. Mr. President, I heard you.